Добрый день, приветствую вас на канале компании «Пол вам в дом». Сегодня я представлю вам одну из коллекций ламината от немецкого производителя Kranatex, разберу характеристики и особенности ее декоров, но прежде расскажу о самой компании. Завод Kranatex был основан в 1993 году и на данный момент он входит в один из крупнейших европейских концернов Swiss Krono Group. Производство завода автоматизировано, процесс заготовки, сушки и обработки каждой плашки строго контролируется на всех стадиях и исключает человеческий фактор. Вы получите продукцию с идеальной геометрией и из экологически чистых материалов. Плюс ко всему, бренд предлагает широкий ассортимент напольных покрытий. Гарантия на напольные покрытия до 30 лет. Ламинат Kranatex сертифицирован по классу пожаробезопасности КМ-2. Это говорит о том, что покрытие имеет максимальный для ламината уровень устойчивости к огню и воспламеняемости. То есть он не горит, а плавится, и при этом имеет низкий уровень задымления и токсичности. Высокой пожаробезопасности ламината удалось достичь за счет специальной пропитки, которая останавливает процесс горения. Отмечу, что ламинат с сертификатом КМ-2 отвечает всем требованиям, которые необходимы для укладки в коммерческих помещениях. Дополнительным преимуществом ламината Kranatex является современный замок Valensh 5G с пластиковым язычком для соединения панелей. Он значительно упрощает укладку и не дает доскам разъезжаться по короткой стороне. Кстати, дополнительно можно приобрести аксессуары от звукоизоляционной подложки и плинтуса цвет самому покрытию до средств по уходу от компании-производителя. Теперь перейдем к главному, расскажу о коллекции. Всего их у бренда Kranatex 13. Все их мы рассмотрим в наших последующих роликах, но сегодня я представлю вам именно коллекцию «Мамут». В нее входит 29 декоров, все представлены в нашем шоуруме, имеют как светлые, так и темные оттенки. Выполнена коллекция в сегменте «Long Plank», что означает «длинная доска». Длина планки составляет 1845 мм, ширина 188, толщина покрытия 12 мм. Ламинат устойчив к воде, имеет 33 класс износа стойкости, он же АЦ5, то есть материал высокого уровня прочности, рассчитанный на повышенный уровень нагрузок, устойчив к стиранию и перепадам температур. Добавлю, что данные напольные покрытия будут отлично смотреться в просторных квартирах и частных домах. За счет искусной проработки досок декоры максимально передают структуру дерева. Но, конечно, можно укладывать и в помещениях с большой проходимостью, например, в офисах, магазинах или ресторанах. Класс износа стойкости позволяет. Стоимость декоров коллекции вы всегда можете узнать у нас в шоуруме, либо на сайте «Пол вам в дом». Мы постоянно контролируем их актуальность. Ссылка на сайт в описании данного ролика. Коротко резюмируем. Коллекция «Мамут», толщина 12 мм, класс износа стойкости 33, имеет сертификат пожаробезопасности КМ-2 и экологичности «Голубой ангел». Надеюсь, данный видеоролик оказался для вас максимально полезным и поможет вам в выборе напольного покрытия. Мы ждем вас в нашем шоуруме, где менеджеры компании расскажут подробную информацию о любом заинтересовавшем вас декоре. Подписывайтесь на наш канал, мы стабильно выкладываем новые видео. И не забывайте ставить лайки роликам, которые вам понравились. Спасибо за внимание, до встречи!